СПТВ представляет! Ура! Я тебя побью, Кекел! Вишенка моя! В него кто-то бросил яйцо! Кто? Чучел, ты куда попал? Эй, Кекел, отдай Вишеньку! Кекел, ты что натворил? Теперь Чучелу нужно достать с вот этого глазастого монстра нашу Вишеньку. А ложечка-то тяжелая. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Да, смотрите. На, получай. Будешь знать, как забирать чужую Вишеньку. Ура, Кекел вернулся. Эй, Кекел. Нам нужна Вишенька! Вперед в бой! Против этого монстра! Он похож на Шалтай-Болтая. Ну, это такое яйцо известное. Кто не знает, и мы сейчас ему бах! Ха-ха! Бах! Вот так тебе! Отдай Вишеньку! Оу! Ха-ха! Наш Шалтай-Болтай отдал нам омлет, ну, яичницу. Мы все равно вернемся снова и будем с тобой биться, Кекел, крути, 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 вот так! Опа! Па! У! Чай! О! Да! Там что-то с пленок? Какие страшные злые цыплята! Это же мега Вишенька! Мечта чучела сбылась! Оу, это Вишенька с глазами. Чучел, будь осторожен! Это Вишенька с глазами! Кекел, спасай чучела! Его проглотила гигантская Вишенька! Почему только ноги у чучела остались? Ну-ка, ну-ка, нам нужна вторая половинка чучела! Отдай! О-оу! Чучела теперь два! Вот так! У нас чучел прям трансформер какой-то! Так, у тебя есть маленькая Вишенька. Ну что ты... А, шляпка! Эта мега-вишенька съела шляпку чучела! Ах ты противная вишенька, ну-ка отдай! Видимо, это чья-то другая шляпа. Скольких ты же там проглотил? Вот это да! Ура! Наша шляпочка! Давай, Кекел! Полет космонавта! Уху! Не долетел. Еще разок. Кекел, ты готов? Кекел, ты готов? И... Пли! Бах-бух! Вот это выстрел! Ха-ха-ха! Чучел! Кекел! Вишенька! О, нет! Куда она делась? Что это? А? А чучело решил попеть? Чучел певец у нас! А мне нравится, как он поет. О, чучел, кажется, зрителям не нравится, как ты поешь. Чучел, хватит! Перестань петь, а то на тебя сейчас пианино прилетит. А! Чучел! О, я знаю, он пел, чтобы в него кто-нибудь бросил Вишенькой. Гениально. Кекел. Чего пришел? Эй, Кекел! Ты снова украл Вишеньку! Давай, чучел, мы верим в тебя! О! Это
Это что еще за стенобитная машинка? Ага, Кекел, ты решил устроить раунд за Мишеньку? Но держись! Ах ты такой ловкий! Да, получай! Вот так тебе! Бах! Боишься, да? Подходи, подходи! Ух ты такой, ну-ка, ну-ка! Опа! Ха-ха-ха! Встал! Как ты посмел встать? Я тебя побью, Кекел! Мишенька моя! Так, сейчас как разгонимся и бах! Бах-бах-бах-бах! Ха-ха-ха! На, получай, Кекел! Победа, победа! О-оу! А-а-а! Что происходит? Машины сошли с ума, сами дерутся! А-а-а! Вот это да! Что происходит? Ого! Чучел, подожди! Фишеньку! Фишеньку бери скорей! Вот так тебе, Кекел! Будешь знать, как фишеньку воровать! Кекел! А ну-ка стой! Это что за одноглазый скелет? Простите, мы вас не хотели потревожить. Чучел, забирай вишеньку! Оу! Что здесь происходит? Кажется, этот скелет ослеп. Эй, ты забрал! Шляпу чучела и вишеньку. Вот так тебе! Что происходит? А этот скелет подумал, что чучело это его голова. Что это вообще такое? У вишенки появились ноги? Чучел! Что происходит? Кекел! Кекел, ну-ка отстань! Что за животное противное, Кекел? Чучел! Что ты делаешь? Какая странная штука! А эта мелодия мне нравится! Спать на меня! О, а это прикольная мелодия. Что за шапка? О, очень даже неплохо. Что произошло? Где вишенька? Эй, Бин-Бин! Оу! Какой злой снеговик! Сейчас мы у этого снеговика заберем нашу вишеньку! Какой странный снеговик! Ну-ка отдавай вишеньку! А вишенька моя! Сосулька! Чучел, ну зачем ты это сделал? Был бы Кекел, он бы помог тебе оторвать язык от сосульки, а теперь при тебе придется самому. Оу! Чучел, это опасно! Какой у тебя теперь длинный язык? Прям как нос у Пиноккио, когда он врет. А может мы возьмем кусочек сосуль? Я ж замерз вместе с тобой! Я так не люблю холод. А давай оденем следующую шляпку, и что будет? Наша вишенька превратилась в колючку! Ты зачем все пробуешь? Что случилось? Чучел летает! Кажется, он попробовал как
какую-то странную вкусняшку, на которую у него, видимо, аллергия или что это? Кнопочка! Красная кнопка, значит, нужно нажать! Чучел, ты там живой? О, вот теперь столик. Думаю, кактусу не лучший вариант подходить. Эй, кактус! Отдай! Вылючки! Давай попробуем уговорить кактус. Эй, ты, колючка! Наверху у тебя вишенка. Ты ее испортил. Отдай ее мне. Отдай! Чучел, да что ж ты наделал? Это снова колючки! На СПТВ! Ты подпишись скорее, друг мой! Потому что на СПТВ весело ставить лайк!